В Кашхабльском районе полным ходом идут уборочные работы. Аграрии прикладывают максимум усилий, чтобы своевременно и с наименьшими потерями собрать выращенный урожай. Работы ведутся во всех категориях хозяйств. Ход уборочной кампании находится на особом контроле у руководства района. Так, на пике уборочной страды глава района Заур Хамирзов вместе с начальником управления сельского хозяйства Зауром Самуговым посетил ряд хозяйств Дмитриевского, Игнатьевского и Блещепсинского сельских поселений. В рамках рабочей поездки Заур Хамирзов ознакомился с ходом работ по уборке озимой пшеницы, обсудил проблемные вопросы, связанные с проведением уборочных работ, затронул вопросы реализации и хранения выращенной продукции. Свой объезд глава района начал с полей индивидуального предпринимателя Эдуарда Тутаришева. Хозяйство обрабатывает 700 гектаров пашни, из них озимая пшеница в этом году занимает 250 гектаров. Механизаторам оставалось убрать около 70 гектаров данной сельхозпродукции. На поле работают два комбайна марки «Акрос» и «Класс» – трактор для перевозки зерна. Погодные условия в этом году испытывали аграриев на прочность. По словам руководителя, урожайность пшеницы ниже прошлого. Параллельно в хозяйстве идет пахота и дискование убранных полей, подготовка к осеннему севу озимого рапса. Следующий пункт прибытия – это хозяйство индивидуального предпринимателя КФХ Оксаны Черненко, Игнатьевское сельское поселение. В ведении сельхозтоваропроизводителя находится 562 гектара земли. Несмотря на капризы погоды, здесь все-таки удалось получить неплохой урожай озимой пшеницы. На сегодняшний день мы обрабатываем 562 гектара земли. Вот из них посеяно под зерновые культуры, это пшеница и ячмень, было около 350 гектар. На сегодняшний день, с учетом погодных всех условий, мы убрали где-то порядка 230 гектаров. Остается вот это поле, 60 гектаров и еще одно 80 гектаров. В принципе, по этому году урожайность показывает у нас неплохо, около 45, чуть где-то выше. Я считаю, что это неплохие показатели. Вот, с учетом природно-климатических условий. Качество зерна нормально, на высшем уровне. Четверка как бы показывает она такую стабильную, хорошую по белку и по клейковине. По болезням у нас мы проходим по ГОСТу. Тоже фузариоз у нас где-то 0,8, не больше единицы. Используя современную технику, новые агротехнологии, работники фермерского хозяйства ежегодно на протяжении вот уже многих лет достигают высокой урожайности и хорошего качества продукции. Техника у нас была подготовлена своевременно. Да, своя техника. У нас два комбайна, вот сейчас зерноуборочных, Акрос и Дон 1500Б. Три КамАЗа у нас задействовано. Пожарка вон она стоит. Сейчас просто не успели как бы опахать эту землю, потому что только заехали с обеда, сейчас подъедет трактор, как бы все это сделается, пожарная безопасность будет тоже обеспечена на высшем уровне, с учетом того, что мы находимся рядом с населенным пунктом. В принципе, техника работает нормально, без проблем, ну, не считая, конечно, мелких таких вот текущих рабочих поломок. Вот, ну, в принципе, пока нормально. На момент посещения в хозяйстве Мурадина Балокова завершилась уборка главной сельскохозяйственной культуры. Всего здесь обмолочено 17,5 гектаров озимой пшеницы. Урожайность зерна составила около 30 центнеров с каждого круга. Дел у механизаторов еще много. Вот только хотелось бы, чтобы и природа была благосклонна к труженикам села.